Добрый день. Сегодня я вам расскажу о таком проекте, как Color. Сейчас находимся мы на их сайте. Сейчас расскажу вам более подробно. Платформа цвета предоставляет собой набор для разработки цветов CDK. Чтобы обеспечить легкую разработку функций блок цветы, CDK упрощает разработку DApps и смарт-контрактов, тем самым снижая общие затраты на разработку. Платформа цвета разрабатывает более 10 мегапикселей, включая Color Legal, Color Media и Color TV. Цвет DApps будет использоваться единый криптоинтерфейс, который призван обеспечить коллективную синергию платформы. ColorChain также является гибридной блок-цепью, которая сочетает в себе программное обеспечение и аппаратное обеспечение. Традиционные блок-цепи характеризуются медленными скоростями транзакций и низкой масштабированностью. Чтобы решить эту проблему, ColorChain принял транзакции peer-to-peer и криптографически защищенные чипы PAM, не позволяющие стороннему вмешательству. P2P позволит скорость транзакций так же быстро, как и Visa или MasterCard. PUF-чип действует как цифровой отпечаток пальца, созданный во время производственного процесса. Платформа цвета также используется в пиксельную программу для обеспечения справедливого распределения цветных монет. Платформа цвета имеет требования к PUF, зная своего клиента, для всех, кто участвует в TGE, Token Generation Era, чтобы гарантировать, что токены распределены справедливо и защитить от новых вкладчиков от незаконных оснований. Децентрализованная технология становится контролируемой централизованным меньшинством и движется по тому же пути централизованной денежной валюты. Пиксели используют механизм условного распределения, который способствует распределению цветных монет другим людям. Программа Ихо направлена на несправедливое распределение богатства, а также на предоставление организаций добровольных организаций и стартапов. Экосистема блокчейн имеет большую перспективу в будущем, однако, чтобы продолжить развиваться, непременно возникнут сложные технические проблемы, непредвиденные даже самым современным инженерам и теоретикам. Их умные контракты – это, по сути, компьютерная программа, которая помогает пользователям взаимодействовать с цепочками. Контракты заключаются между соглашениями между двумя или более юридическими лицами, как правило, с предоставлением товаров и услуг, а другой с определенной формой оплаты. Смарт-контракты, с другой стороны, позволяют выполнять контракт по коду, проверенный блокчейн цепью с ее пользователями. На смарт-контракты платежи не были, может быть, программами интегрированы с товарами и услугами, о которых они писали. Но сегодня, когда вся транзакция происходит на блок-цепочке, смарт-контракт становится самофинансированным контрактом. Контракты имеют долгую историю и остались в значительной степени неизменными, поскольку до сих пор проблемы обеспечения права порядка никто не разрешает. Поскольку увеличение количества активов носит цифровой характер, это лишь усиливает потребность в контрактах, обеспечиваемых кодексом. Другие блокчейны предлагали возможность записки контракта и, конечно же, позволяли людям обмениваться монетами. Но платформа до сих пор нет, пока Color платформе предложит гибкое контрактное решение все в одном, чтобы пользователи могли быстро и легко писать свои собственные смарт-контракты. Это всего лишь один из многих интересных способов, с помощью которых Color Platform обещает улучшить способ взаимодействия людей между другом, скрашивая все вековые трения. Это команда проекта. За более подробную информацию заходите на сайт. Всем спасибо за внимание. До свидания.